Всем привет! Это канал по счету полцев Golden Kids и Чадимы. Мы здесь, чтобы научиться считать на русском языке полцами. Hello everyone! This is Golden Kids Academy Finger Counting Channel. We are here to learn how to use the fingers to count in Russian. На руке у нас ладон, большой палец, указательный палец, средний палец безымянный палец, мизинец, запястые. On the hand we have the palm, thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, wrist. Теперь это мои две руки. Но я бы отвернул от себя ладон. Now, these are my two hands. But I would turn my palm away from me. Пальцы правой руки. Это единицы значение одиночных цифр. Таким образом, от 0 до 9. The fingers of the right hand are ones, single digits meaning, so from 0 to 9. А полцы левой руки в десятке, и так, с 0 до 90. And the fingers on the left hand are in tens, so from 0 to 90. Держи оба кулака.

Десять. Стрелба вверх указательным полцем указательным полцем левой и правой руки означает. Что десять плюс один равняется одиннадцати. Shooting up with your left and right index finger or forefinger means ten plus one equals eleven. Eleven. Одиннадцать. 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 Eleven. Если сложить средний палец правой руки. Получим десять на левую плюс два на правой, что равно тринадцати. If we add the middle finger of the right hand, we get ten on the left plus two on the right, which is thirteen. Twelve. Двенадцать. 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 Twelve. 12. 12. 12. 12. 12. Добавление безымянного полца на правую руку. Тринадцать. The addition of the ring finger to the right hand is Тринадцать. Тринадцать. Тринадцать.

Затем смыкание всех полцев правой руки и поднятие большого полца вверх да е плюс пять, что дает ответ ответь пятнадцать. Then, closing all the fingers of the right hand and raising the thumb up gives ten plus five, which gives the answer fifteen. Fifteen. Пятнадцать. 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 Fifteen. Стрелба указательным полцем правой руки означает десять плюс пять плюс один, что равно шестнадцати. Shooting with the index finger of the right hand means ten plus five plus one, which equals sixteen. Sixteen. Шестнадцать. Шестнадцать. шестнадцать Добавление среднего полца теперь означает 10 плюс 5 плюс 2, что дает результат 17. Adding the middle finger now means 10 plus 5 plus 2, which gives a of 17, 17. 17. 17. Seventeen. Добавление или выстрел безымянного полца да е десять плюс пять плюс три, что равняется восемнадцати. Adding or shooting the ring finger gives ten plus five plus three, which equals eighteen. Eighteen. Восемнадцать. 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 On the hand, стрелба вверх по мизинцу означает десять на левой руке плюс пять плюс четыре на правой, и тогда ответ будет девятнадцать. Shooting up the little finger means ten on the left hand plus five plus four on the right, and then the answer is nineteen. Nineteen. Девятнадцать. Затем смыкание всех полцев правой руки и поднятие большого полца вверх. Девятнадцать. Чтобы сосчитать двадцать на полцах, возьмитесь за кулак правой руки и добавьте средний палец, равный десять. To count 20 on your fingers, hold your fist on the right hand, and add the middle finger which is 10 to the index finger on your left hand to give you the results of 10 plus 10, which sums up to 20. 20 20 Добавление или выстрел безымянного полцеда е десять плюс пять плюс двадцать.